Друзья, привет! На связи Романов Даниил. Итак, ребят, я возвращаюсь. Теперь видеоролики будут выходить гораздо чаще. Преимущественно в формате меньше болтовни, больше тренировок. Я думаю, ребят, вы такой формат одобряете. Итак, друзья, начнем. Сегодня у меня по плану тренировка спины. Кстати, ребят, в этот период, а точнее до конца этого года, 2016, у меня идет такая вот своего рода специализация для мышц спины и немного для мышц дельтовидных. И потому конкретно спину я тренирую аж трижды в неделю, но с разной степенью интенсивности. Сегодня понедельник, и сегодня у меня тренировка спины в околосиловом стиле. То есть количество повторений будет от 8, но не ниже 4. Чередование упражнений я тоже всегда варьирую, я никогда не выполняю одно и то же. У меня нет какого-то четкого обязательного сплита. Но сегодня я вам покажу привычную тренировочную схему для меня. Ту схему, которая мне удобна, которая мне очень нравится и к которой я периодически прибегаю. Итак, друзья, тренировка будет околосиловая, и потому нужно к ней подготовиться, а именно провести тщательную разминку всех суставов и связок, чтобы, конечно же, избежать травмы. Короче, поехали. Ребят, более подробное описание этой конкретной сегодняшней программы тренировок будет в описании под этим видео, а также прям под видео в комментарии. Ребят, на этом все. Я надеюсь, видео было для кого-то из вас полезным. А вас я благодарю за внимание. Всем удачи, спортивного долголетия и до скорой встречи. Пока, друзья!